Сидит, плачет малыш. Crying, baby crying. Доброе утро. 16 февраля. Так, с нами идет. Мы с Сашей собрались позавтракать вместе. И не дома, и не в ашраме, а где-нибудь в кафе. Мы еще не завтракали вместе здесь, в этот приезд. Hello. Везде бандерлоги идут. Хорошо, что мы поменяли билеты, потому что все равно и он еще болеет, и я еще болею. Так, куда мы идем? Ну, везде, везде, по всей Манке. По всей нашей дороге обезьянки. Иду, иду, иду. Where we will eat? Ага. Сейчас, what time now? Almost nine. Почти 9. Еще идут веды. Утром веды час. И баджаны полчаса. Вот сейчас вот через минутки 3 начнутся баджаны. Наехала на мужа. Не смотрю. Вот Ганешек уже в нормальном. Такой, какой есть, без серебра. Потому что, мне кажется, пятница. По четвергам он в серебре. По воскресеньям и по праздникам. Нет, газетки не надо. Обычно Саша покупает газетку. А новости мне рассказывать. News for me. Кто мне будет рассказывать новости? Ну, вот эту вот кафешку мы любим. Гаятри мантра поется вон сзади. Ом Бхурбхувасваха. Вот, давно мы тут не завтракали. Сайрам. Вода-то есть на первых этажах. И для вода. And small coffee. Ха. Ну вот моя. This one will be there. Near the river. Моя еда. We'll take it. No. Ah, thank you. А он себе пури заказал, а я игливада. Какая пури. Ой, какая красота. Супер пури. Ой. Вот они любят завтракать. Пури. Сломалась штучка, с которой карта памяти вставлять потом в компьютер. Надо купить. Сайран. Сайран. For memory card. You have this?
I buy here. I need one more, please. Card reader. Ага, все понятно. Уже работает, это хорошо. Ну вот, 50 рупий вот такая стоит. Такого же практически качества. Что? I wait for you. I wait for you. Я он хочет меня на рикше отвезти домой, потому что немножко подослабла я. Ой, какие-то к нам высокие лица пожаловали. Вижу уже машины всяких разных боссов. Сидит у рикши на коленях малыш. Вот ведь у нас бы, наверное, оштрафовали уже. Не знаю, видно или не видно, у нас горы горят. Да такой обхват большой. Площадь. А Иринка говорила, что они в горы собираются. Не сюда ли они собирались? Видите, красная полоса, это пожар. Если видно, конечно. Очень-очень жалко. Чем там живет деревня. Не хотим никуда выходить. Саша позвонил мальчику, чтобы принес нам момо две порции. Немножко оба приболели, так что будем долечиваться, дома сидеть.